Пока погода бьет рекорды по засушливости и температуре, у пожарных и аварийно-спасательных служб Анапы своя неутешительная статистика. 97 случаев возгорания сухой травы в этом году против 6 прошлогодних. В большинстве случаев к пожарам приводит вот такое халатное отношение к соблюдению требований пожарной безопасности. Управлению сельского хозяйства Юрий Поляков поручил провести совещание для глав округов и руководителей сельхозпредприятий. Очень много возгораний. Витязева, Приморка, Благовещенка, Юровка у нас. Айкадзор, кстати, вот были. Поэтому надо провести эту работу, поговорить, объяснить, рассказать, помочь надо им. Сегодня уже на 5 предприятиях Анапы началась уборочная кампания. Один вопрос – это обеспечение пожарной безопасности проводимых работ. Другой – категорический запрет на выжигание стерни и пожневых остатков. Обязанности собственников, арендаторов, землепользователей, земель сельскохозяйственного назначения установлены правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением правительства 390. Это обязанность по разбитию полей более 50 гектар на участки с прокосами 8 метров и пропашкой посередине прокосов 4 метра. Назначение ответственных лиц за соблюдение мер пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственного назначения. За допущение пожара на подведомственных территориях предусмотрена уголовная и административная ответственность. Причем суммы взыскания очень высоки и могут исчисляться миллионами рублей.